Здравствуйте, мы приехали в Прибалтику. Янис Матвеевскас, Денис Вировецкас и Андреас Мимоускайте. Что это за жахливое радянское минуле? Ключи дают от Риги? Ключ? Нет, типа в Россию увезли эти два золотых ключа, а здесь они скинулись ключами и сделали один большой на 100 килограмм. Alright guys, well these are called the Musicians of the Bremen. Now there's a very famous fairy tale written by the brothers Grimm, this famous German fairy tale authors. These are the four musicians kind of a fairy tale. Здесь так мокро, это капец. Я не знаю, что будет с камерой, но она вся заливает. Всю камеру заливает, это ужасно. Вот это тот самый знаменитый дом с кошками. Один купец, которого не хотели принимать в купеческую гильдию, поставил вот котов в таких позах и типа развернул их. В общем, так что они вот делают вот это вот туда на эту... Да на... все знают об этом. Расслабься. Наконец-то мы попали в нормальный зал. Рига встречает тепло. Они любят котов и наливают на шару. Говорят, вот это второе можно пить. Первое надо было... Женой туристы, сейчас вы будете пробовать самый популярный вид бальзама среди дам. Короче, внимание. Значит, мужчины говорят, что первый могло был лекарство, а вот это можно пить в любых количествах, говорят. Так. И если черный бальзам можно добавлять в сливочное мороженое, ой, как это здорово, то этот бальзам никуда не надо добавлять. Он хорош, сам хороший. Ребята, запах неповторимый. Вот третий. Смородина. Ты же чистейшая. Пахнет вкусно сейчас на вкус. Бург. И, блин, и вкус тоже.